Мы проводим цветет в честь Международного дня коминг-аута, чтобы показать, рассказать людям, почему мы открываемся, почему мы хотим, чтобы они знали о нашей сексуальной ориентации, гендерной идентичности. Да. Мы делаем это, потому что коминг-аут важный шаг в личностном плане для каждого человека, а также, можно сказать, в политическом. Меня зовут Никс, я транссексуал. Я участвую в акции, посвященной Дню Коминг-Аута, поскольку в моей жизни это явление имеет перманентный характер. Трансгендерный коминг-аут отличается от прочего тем, что он вынужденный и он постоянный, поскольку если ты выглядишь несоответственно тому, как себя чувствуешь, то тебе приходится постоянно объяснять людям, которые задают кучу вопросов, почему это так, и кто, кем ты являешься, и... То есть выходит так, что это даже немного похоже на какой-то аутинг. Это невозможно скрыть, и часто приходится как-то бороться за себя, стать. Поэтому я считаю, что говорить об этом публично очень важно, поскольку это давление, постоянная дискриминация. Делин, и я сегодня участвую в Дне Каминг-Аута, потому что я психолог, и я считаю, что ни один человек не может быть психологически благополучен, если он живет в таких условиях, когда его постоянно заставляют что-то скрывать, заставляют притворяться кем-то, кто он не является. И для того, чтобы люди были счастливы, для того, чтобы они были благополучны, нужно дать им возможность быть самими собой и встречать не агрессию со стороны окружающих людей, а принятие и уважение. Вот за это мы сегодня выступаем. Ничего не будет. Не надо.